А сейчас я хотел бы сказать, что нарушение липидного обмена особенно важно у пациентов с сахарным диабетом, поскольку наличие их у пациентов с сахарным диабетом ускоряют заболевания сердечно-сосудистой системы во много раз. Прежде всего, это нарушение дисфункции эндотелия сосудов, которое связано с отложением холестерина и кальция в сосудах, это гипертония, это повышение вязкости крови, это нарушение липидного обмена, повышение уровня артериального давления, это снижение витамина D, избыточный вес с увеличением окружности талии. По поводу витамина D, очень важно поддерживать этот витамин на нормальном уровне, поскольку он снижает, это снижает риск диабета на целую треть. Это меняет толерантность к глюкозе, чувствительность, это предотвращает некоторые кардиометаболические болезни, это является предиктором рака. Для того, чтобы поддерживать его на нормальном уровне, человек должен находиться на солнце не менее 15-20 минут в день на солнце, употреблять растительное масло, рыбу и морепродукты, и много двигаться.